Казань. Центр волейбола. Место притяжения любителей этого командного вида спорта. Наш фильм о двух последних сезонах команды «Зенит Казань», клубе молодом, но уже успевшем завоевать любовь сотен тысяч болельщиков по всему миру. Зарождение клуба, оно происходило в далеком уже 99-м году. Была у нас команда, очень хорошая команда, которая выступала на уровне милицейских соревнований, на всероссийском уровне. Да, и ребята там были достаточно серьезные. Тогда два человека, это вот Сергей Куропаткин и Андрей Лебедев, они со своей идеей сохранения команды, придания ей профессионального статуса, они обратились к начальнику УВД Давлетшину Евгению Закировичу. Вот с этого разговора, наверное, с этой идеи, с этого момента, в далеком уже 99-м году, началась так зарождаться эта идея. Просто хотели сделать шажок в профессиональный спорт. Никто бы не мог подумать, что команда сможет завоевать столько кубков, столько званий. Руководством клуба постоянно ставились самые высокие цели, а это залог успеха. Конечно, это нужно было получить и одобрение, и поддержку со стороны Асгата Ахметовича Сафарова в то время, министра МВД, и мэра города Исхакова Камича Амельевича. Поддержка была получена, и мы в том году заявились в первую лигу. Но я даже еще тогда серьезно это особо не воспринял. Но в любом случае будет команда, значит, получится, не получится. Но, по крайней мере, в республике достойно будем выступать. Моему удивлению, все это быстро превратилось в мужской волейбольный клуб «Динамо», который в течение там, 3 лет миновало все этапы. Я был тогда еще игроком, я заканчивал свою волейбольную карьеру и услышал, что в Казани с помощью, скажем так, руководства республики задумали сделать команду высокого уровня. Скажу честно, я смотрел за передвижением команды по лигам. Они очень быстро вышли в Суперлигу и, как мы все знаем, добились самых высоких результатов. С приходом вот новой команды, если так можно сказать, к руководству волейболом в Республике Татарстан, была амбициозная задача поставлена. Выйти на передовые позиции, создать стабильный клуб, который играет на высоком уровне с любой командой любого чемпионата. И что надо сделать для того, чтобы это состоялось? В конце декабря, 26 декабря, мы стали обладателями Кубка России. От нас этого никто не ожидал. Я обратился к Митю Шарифовичу. Митю Шарифович, ну, не вытяну я больше. Уже команда начала выигрывать, полным ходом становления команды идет. Я говорю, мне нужно будет дополнительное средство. Митя Шарифович тогда, он у нас мудрый человек, позвонил Рафхату Абдулхаевичу Кончакову и говорит, Рафхат, вот тебя Асхат подъедет, прими, послушай, ну и, конечно, поддержи. Надежным партнером клуба стала компания «Газпром Трансгаз Казань». Митя Шарипович говорит, ну вы с Асхатом возьметесь, у вас получится. Моя задача, да, как президент клуба, создать условия. Условия мы создали. У клуба открылось совершенно другое окно возможностей по приглашению игроков и организации работы. Клуб получил путевку в большую жизнь. Я в 2006 пришел, и мне повезло, что, в принципе, я застал подписание контрактов с такими игроками, как Лой Болл, Клейтон Стэнли, Сергей Тетюхин. В этот сезон решили собрать такой Dream Team, наверное, здесь в Казани, в который, конечно, ну, вряд ли кто-то откажется поучаствовать в таком проекте. Мы сразу завоевали и чемпионат России, и Лигу чемпионов выиграли. Для меня они вообще были боги волейбола. Много знаменитостей, да? И вот это их отношение к нам, к молодежи, подсказывают тебе, да, дают советы. И это было, конечно, круто. Первые годы мы сами справлялись, а потом уже мне пришлось к Алексею Борисовичу Миллеру обратиться. Я говорю, Алексей Борисович, вот так, клуб такой волейбольный, я вашей поддержки прошу. Ну, посидели, поговорили, Алексей Борисович, он к спорту относится очень хорошо.
Да и к нашему коллективу Трансгазу относился все хорошо, и ко мне лично. Поэтому, говорит, Равкан Алхаевич, давайте поможем, это будем развивать волейбольный спорт, давайте спонсировать будем. Но при этом, говорит, я вас прошу, поставьте вот задачу и команде, и себе, чтобы медали были у нас, мы должны быть в первых рядах. Я очень рад, что вот такая поддержка произошла со стороны «Газпрома». И мы несколько раз встречались с Алексеем Борисовичем, он с командой встречались, ездили мы на экскурсию, я их возил, «Газпром», как добывается газ, диспетчерски посмотрели. Там как раз весь поток газа, начиная от промыслов и кончая экспортом за границу. Для них это было впечатляюще. И осознанно было и спортсменами, и тренерами. Когда такая поддержка есть и финансируется таким крупным мировым топливно-энергетическим комплексом «Газпромом», и быть мы на вторых, третьих ролях не имеем просто морального права. Мастерство команды росло. Игроки, руководство клуба, тренерский состав – все сплотились вокруг команды во имя достойных результатов. В работе тренеров всегда была стабильность. Виктор Сидельников отработал с командой 7 сезонов. Владимир Алекна провел в клубе 13 лет. Я очень благодарен Владимиру Романовичу. Он сделал очень большое дело. Очень большое. Создание этого клуба, создание спортсменов. В спортивном мире Олег очень значимый человек, и он много сделал. С Владимиром Олегна связаны яркие моменты истории не только в клубе, но и в сборной России, в которую регулярно приглашались игроки казанского «Зенита». На Олимпиаде в Лондоне сборная России, в которой было 5 игроков и 3 тренера казанской команды, одержала невероятную победу в финале против сборной Бразилии, вписав золотыми буквами фамилии ее участников в историю отечественного волейбола. С Владимиром Романовичем Олегом были, конечно, вот эти все и подряд победы, и в Лиге чемпионов, по-моему, еще никто так из европейских клубов даже не побил этот рекорд. Мы 4 года подряд становились обладателем Лиги чемпионов. Самые яркие эмоции сезона принесла победа в Лиге чемпионов 2018. И вот тот самый финал 4, баскет-холл, колоссальная проблема лишнего билетика, то, чего мы очень хотели. Это 7-тысячный стадион в центре, с шикарной, конечно, с шикарной такой вот болельческой зоной. 5-я партия, в которой мы проигрываем 7-11. I remember Butko Ace on the line win the check, and they didn't want to check, and then they were like, ah, whatever, let's call the check, and turns out it was like tiny little bit. And so, yeah, I talk about that a lot. I mean, I don't talk about it a lot, but I see a lot of photos and I'm just like, with Mikhailov or Volvic or the players like that, or even coach Verbov, to remember this, you know, it was a great battle. And obviously the last point of Leon Ace, like, was great. It was like the perfect ending for his career here in Kazan, so. Нечем смотреть, попал. Даже если нет челленджа. Нету челленджа, но попал, наверное, все равно попал. Казанский болельщик получил возможность своими глазами увидеть мировых грандов. Это были матчи с голливудским сценарием и невероятной победой любимой команды, уступавшей по ходу финала, но продемонстрировавшей силу духа и волю к победе. Спорт. Это не только радость победы, восторг зрителей, незабываемые эмоции. Но и слезы, горечь поражений и непростые решения. Алекна объявляет о приостановке тренерской карьеры. Этой стае нужен молодой вожак. Я считаю, все 13 лет была очень хорошая охота. Всем спасибо вам. Если что-то было не так, простите. И в тот исторический момент президент клуба принял важное, для многих казалось рискованное решение и доверил команду молодому тренеру. Как показало время,
он оказался абсолютно прав. Для команды наступило время перемен, когда нужно сделать новый шаг, чтобы вновь вернуться на вершину Олимпа. Пришел новый тренер со своей философией, пришли новые игроки, сменился логотип клуба, началась новая история. Сверху, вот в этой вот части, можно увидеть руку нападающего. Причем она на этом мяче располагается идеально так, как волейболист накрывает мяч сверху, чтобы совершить идеальную атаку. Снизу рука подающего. Ты подкидываешь мяч, ты держишь мяч точно так же, как на логотипе расположена нижняя половина. То есть тут вся природа волейбола. Тут начало игры и конец игры, и зенит. Это и есть волейбол. You know, I have to give a lot of credit also to kind of the older Russian players on our team as well. And, you know, Alex, Sasha Volkov and Berezhko, who are, you know, played with him for many years, that they would have, I would assume, the hardest time with saying, well, he was our friend 2 weeks ago, and now he's our coach. Это был достаточно такой веселый момент. Он пришел в команду, когда мы вообще обговаривали то, что мы будем в одном коллективе. Он сразу попросил, что понятно, что мы друзья и мы общаемся по-прежнему, но при этом в коллективе и все, попросил называть его Алексей Игоревич. Хотя всегда это был Леха, Верб, там, что, как дела. Это тренер, который четко знает свою философию, четко знает, как тренировать, кому, как, что и где сказать. Да, правила все такие же. Кто заходит, принимает, кто набрал очко, подает. Считаем только брейки. Моя миссия – помогать, становиться лучше спортсменом. Это тот же педагог. По сути, тренер – это тот же педагог. Вербов, он наш вообще, потому что 8 лет он как игрок у нас играл. Надо отдать должное ему тоже. Редко кто из игроков как бы планирует свою работу тренером. Да? Он уже там очень много общался с Олегом, попросил, будучи игроком и тренера, и меня, как руководитель, чтобы мы ему разрешили какие-то игры, пусть со слабыми командами, чтобы он стоял на тренерском мостике. Это, в принципе, вот, ну, я считаю, что Владимир Романович увидел в нем жилку тренера. Он больше понимает твою позицию, потому что сам играл и не так давно закончил. Поэтому можете подсказать, что где. Я думаю, это, наоборот, огромнейший плюс именно для меня, то, что он тоже был либер в прошлом. Демократичный, но в то же время, когда надо, он может очень неплохо нам и всыпать на тренировках и за ее пределами. Так что, не знаю, у него вот прям такой баланс. Для меня, мне кажется, это идеальный тренер. Кто проигрывает, собирает мячи раз и возит на себе вот так вот через руки три круга почета, но каждого патрюшника. Здесь находятся суперпрофессионалы, суперспортсмены, и моя задача — это как раз создать из них вот просто один кулак, если мы это называем, да, то есть не 5 пальцев, да, а один кулак, и вот чтобы он шел вот в том направлении, в котором нам бы хотелось. Тактика нового тренера, его философия дали новый заряд на пути к чемпионским титулам. Команда идет вперед практически без сбоев, выдает потрясающий результат. Приходит первая яркая победа сезона – Кубок России в Санкт-Петербурге, в очередной раз демонстрируя знаменитый дух команды. В 2022 году право проведения финала 6 чемпионата России по волейболу получила Казань. Финал 6, прошедший в Казани, был сделан на самом высоком уровне. Это касается и организации, и спортивной составляющей, и медийной составляющей. Несколько дней Казань жила в празднике. Команда на протяжении всего сезона выглядела
ну, не знаю, таким трактором, который прошелся по этому сезону, не оставив себе никого в виде конкуренции. Ну, мы шли за золотом. Мы целенаправленно сезон шли за золотом. В принципе, у нас клуб такой, что у нас нет там второго-третьего места. Мы настолько вот максималисты, всегда настраиваемся только, во-первых, на победу и только, ну, на самые высшие места. Проведение финала шести практически не оставлял командам права на ошибку. Результат сезона мог зависеть от одной единственной игры. И именно во встрече с новосибирским «Локомотивом» в шаге от главного матча чемпионата команда оступилась и отправилась в матч за бронзу. Самый большой минус был – это вот эта ответственность. Это вот эта атмосфера, где ты понимаешь, что ты не можешь подвести Казань, болельщиков. Мы двигались в правильном направлении. Немножечко, я говорю, не справились с психологией. Это был определенный урок, особенно для молодых, которые не выигрывали. По большому счету, я думаю, что это оплошность, волнение в связи с тем, что мы фавориты, и все это на нас там, да, нахлынуло, и мы вообще потеряли себя. Этот супер день для Новосибирска. В тот вечер провели сумасшедший матч там по всем параметрам. Я не знаю, даже, может, если мы сыграли бы и хороший свой матч, мы не сыграли хорошо. Руководство, игроки и болельщики очень тяжело восприняли это поражение. Кто-то в такой момент мог бы опустить руки, но только не казанцы. Все продолжали верить в команду и стратегию, выбранную тренерским штабом. Спасибо. Мы скоро увидимся. Давайте. Спасибо, Макс. Пока-пока. Спасибо. До новых встреч. Как болельщик, в первую очередь, вот и хочу поблагодарить болельщиков, что они часто приезжают в полный зал. Когда полный зал, атмосфера на площадке другая. Какая поддержка? Это как седьмой игрок на поле. Я очень рад нашим болельщикам и очень благодарен. Люди, которые живут этой игрой, это сумасшедшие фанаты, которые там могут на поезде 40 часов проехать для того, чтобы посмотреть 2 часа волейбола, чтобы поддержать свою любимую команду. Ну, как тут не идти навстречу? Эти ребята, это действительно, это какой-то сумасшедший посыл энергии. И знаете, всегда приятно, когда ты слышишь там родные голоса, родные кричалки, барабан наш родной. Это, знаете, для спортсмена это придает некое такое спокойствие внутри, как по мне, что есть люди, за которые за тебя переживают, которые хотят, чтобы ты выиграл, которые в случае чего тебя поддержат, и ты не опускаешь руки. Ты просто не имеешь права сдаваться. И люди, глядя на игру твою, команды, они могут сказать, вот, они вот там проигрывали, вот они встали, они уперлись, они стиснули зубы и смогли. Когда ты оказываешься на матче «Зенита», у тебя нет других вариантов, как бы, кроме как болеть за «Зенит». Иногда у тебя может быть момент сложный в работе, например, там, да? А ты думаешь о том, как «Зенит» играет решающие матчи. Ты перекладываешь поведение игроков «Зенита» на свою жизнь. Ты стараешься привнести что-то от них к себе. Поэтому, когда мне нужно, когда я хочу чего-то в жизни нового, это может быть связано с работой, с чем-то еще, я могу подумать о том, что есть «Зенит», и мне станет от этого хорошо. На самом деле, это одна из целей вообще спорта, и наша в том числе, не только побеждать, но еще чтобы люди вокруг полюбили эту игру, полюбили нашу команду. Конечно, результат важен, наша хорошая игра важна, но мы не имеем права при любом раскладе отворачиваться от них и поворачиваться к ним спиной.
Тот горький опыт стал дополнительной мотивацией в следующем сезоне, когда никому не нужно было объяснять, как важно быть сконцентрированным в каждой игре. Команде предстояло доказывать правильность выбранного курса на пути к заветным золотым медалям. Казанский «Зенит» вновь удачно выступает в регулярном чемпионате и в статусе главного фаворита отправляется в финал четырех Кубка России. Новый Уренгой, газовая столица Ямала и всей России, встретила нашу команду трескучими морозами. Но казанская команда покорила и этот суровый край. Спасибо, Миша. Да. Давай. Спасибо, лошадь. Дуй. Лошадь. Я смог, наверное, исполнить свою детскую мечту, потому что я болел за эту команду с 12 лет, знал всех игроков как бы... Ой, господи! То, что для меня это было всегда мечтой, я зашел в зал и увидел звезду, которую я, можно сказать, тоже приложил руку на тот момент. Вот, и это было очень приятно, я благодарен всем и каждому, и врачам, и тренерам, и ребятам, то, что они помогают исполнять мечты вот такого детского ребенка, как меня, который вот всегда мечтал об этом, именно за этот клуб. Так что всем спасибо. Мы команда, которая принимает друг друга такими, какие они есть. У нас все разные люди, все мы разные. Кто-то тихий, кто-то громкий, кто-то шутливый, кто-то угрюмый. И вот под этим смыслом как раз-таки заключается, что мы команда, которая принимает друг друга. Вот. И мы живем с этим. Семья, в первую очередь, это не только шуточки и результат, это еще и взаимопомощь. Одна из составляющих успеха – это общение всех членов клуба в неформальной обстановке. Например, совместные командные ужины, на которые игроки приходят с семьями. Так воспитывается командный дух. И вот на один из таких вечеров был задуман сюрприз. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. И не день, не два, а много лет. Выдвинули эту нам идею как-то так резко, необычно, и как-то вначале парни ее не особо приняли. Но я из-за того, что, например, лично люблю там музыку и петь, я был бы не против такого опыта попробовать, но все вначале, многие как-то так скептически отнеслись к этому. Вот, но, как видим, это прям влилось в общую нашу атмосферу, в семью, эта песня прям а-ля какой-то гимн, может быть, у нас, который мы поем там при любой удобной возможности. Возникла тема, а какую песню будем петь? Вот что такое объединяющее? Мне пришлось там студенческие годы принимать участие в фестивальном движении. И у нас была такая студенческая песня, такая одна из популярных, именно вот эта «Замыкай круг». Но я ее предложил, мне показалось, что она вот именно как-то концептуально прям вот подходит. Сыграли мы, значит, с «Динамо» здесь. На следующий день у нас выходной, матч был тяжелый, что-то все уставшие. Надо завтра приехать спеть. А я накричался так на игре, что у меня голос такой сиплый, охрипший такой. Я приезжаю, думаю, быстрее бы все. Там, ну какой из меня певец? Ну. И там была девушка, которая помогала вот все это пропевать и ноты брать, не знаю, правильные звуки. Это было реально прикольно. Это было прикольно, это был такой, знаете, новый опыт, который буду вспоминать, наверное, точно. Ну и в итоге получилось все как прикольно. Мы не знали, что ребята поют, соответственно, ребята не знали, что мы поем. В результате получилось очень здорово. Такого, я думаю, никто не ожидал. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окна свет, сияющий нам свет. Пусть идут дожди, прошлый бед от них не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить разок. Это очень важно для «Зенит». Это душа команды, знаешь. И у нас
очень сильнее, чем другая команда в России сейчас. Мы смотрим друг другу в глаза и видим, но мы здесь сегодня. И это очень важно для меня тоже. Мы услышать музыку смогли, замыкая круг. Ты назад посмотришь вдруг, там увидишь вот на свет, сияющий нам свет. Пусть идут дожди. Популярность команды «Зенит Казань» вышла далеко за пределы Татарстана и России. Любовь и уважение к ней измеряются уже вселенским масштабом. С борта Международной космической станции российские члены экипажа 68-й экспедиции приветствуют волейбольный клуб «Зенит Казань». В год столетия российского волейбола мы с удовольствием вспоминаем о ваших достижениях «Зенит Казань». 10-кратный чемпион России, 11-кратный обладатель Кубка России, 6-кратный победитель Европейской лиги чемпионов – а также победитель клубного чемпионата мира. Вы демонстрируете настоящую командную игру. У вас замечательная команда, а у нас на борту дружный экипаж. И мы уверены, что вам, как и нам, нравится не только вместе работать, но порою и отдыхать. Желаем вашему клубу новых побед, новых успешных сезонов и поздравляем вас со столетием отечественного волейбола. В 2023 году возвращается полноценный формат плей-офф. К моменту самых важных матчей чемпионата команда набирает оптимальную спортивную форму. Ведь за плечами каждого игрока в этом сезоне уже более полутора экваторов дорог и перелетов, десятки тонн поднятого железа в тренажерном зале и более 50 тысяч прыжков во время тренировок и матчей. И все это – лишь малая часть той цены, которую платят профессиональные спортсмены ради достижения заветных медалей. В Новосибирске после двух непростых, но все же выигранных матчей в Казани «Зенит Казань» проигрывает в гостях «Локомотиву» 5 партий подряд. И все идет к тому, что полуфинальная серия вернется в Казань. Но тут на помощь казанцам пришел не игравший больше месяца капитан Александр Волков. Когда человек паникует, ему страшно или он чего-то боится, это как вирус, он передается всем. А тут он выходит, показывает, что вот, я Саша Волков, я могу, я умею, и я сейчас, ну, докажу вам, что мы выиграем. И, конечно, по цепочке это начинает передаваться. В 4-м матче с «Локомотивом» при счете 0-2, когда серия была в одной партии от возвращения в Казань, он пришел на помощь команде, эффективно заколачивая первым темпом и затрудняя соперникам прием своими подачами. Все понимали то, что легко нам там абсолютно точно не будет, потому что это забитый полностью до отказа зал, который кричит, там везет свою команду как паровоз с 7-м игроком. Мы смогли собраться, перевернуть ход игры, и в какой-то момент ты просто думаешь, да нет, так не может же быть, что мы там сейчас проиграем и полетим на 5-ю игру в Казань. Ну, понятно, конечно, так может быть, но где-то внутри ты все-таки надеешься, что этого не случится. И вот мы перевернули ту игру просто с ног на голову и доказали, что так не случится, и вышли в финал. Полуфинальная серия между «Зенитом» и «Локомотивом» получилась очень крутой, с обилием классной игры в защите и ярких розыгрышей. «Зениту» удалось сотворить камбэк в 4-м матче и пробиться в финал чемпионата России. Вот она, заветная цель так близка. Впереди команду ждал главный экзамен. В финале им предстоит встретиться с московским «Динамо», действующим чемпионом России. Волейбольные эксперты затруднялись назвать будущего чемпиона. Шансы команд оценивались как равные, и все ждали потрясающих по накалу игр, ведь коллективы были укомплектованы звездами российского волейбола. Среди них 7 из 12 серебряных призеров Олимпиады в Токио, а также топовые легионеры. В первых двух матчах в Казани при переполненных трибунах подопечные Алексея Вербова одерживают уверенные победы и делают серьезную заявку на чемпионство. «Зенит», как и в полуфинале, играет разумно, сохраняя силы на дистанции.
Команда забивает концовки, что говорит не только о высоком игровом мастерстве, но и о морально-волевых качествах и физической подготовке команды. Я хочу сказать, что, ну, вот, наверное, четыре команды, те, которые борются между собой, и уровень, конечно, здорово поднялся. И сейчас вот сказать, что ты точно будешь чемпионом, никто не сможет утвердить это. В третьем матче финала «Динамо» ожидаемо прибавило. На своей площадке у «Динамовцев» здорово полетела подача, и они сумели взять две первые партии. Теперь уже казанским волейболистам требовалось проявить знаменитый командный дух и чемпионский характер. Третья партия прошла под диктовку гостей. Все шло и к победе в четвертой, но тут за дело взялся бывший диагональный «Зенита» Цветан Соколов. Еще эйс! Просто два эйса подряд в такой важный момент. Это его лучший был перформанс за всю его карьеру. Ну, я такого не видел. То есть ему честь и хвала, конечно, он практически вернул «Динамо» к жизни. Если вспомним, что еще и Паша Панков у них сломался. Я думаю, это совокупность факторов, такая, знаете, агрессия, злоба. И вот весь свой характер он вложил в эту серию подач, и она полетела. Светан взял на себя и лидерские качества, и чуть не выиграл матч в одиночку, можно сказать. Трибуна гонит вперед. Соколов! Четвертый эйс подряд Цветана Соколова! Это что-то невозможное. 24-24. Кто бы мог подумать? Они отыграли 6 сетболов. 6 сетболов, друзья! Было колоссальное количество народу, да, то есть такой ажиотаж. Был счет, да, когда Соколов подал несколько эйсов, да, вот эта вот ситуация. У меня Никита вообще впал в истерику, он заплакал. Я еще первый раз его таким видела, потому что он так не хотел, что папа проигрывал. Папа, пожалуйста, да, мне проигрывай. Вот, и уже болельщики «Динамо» стали его поддерживать, потому что мы пришли в майках Михайлов, и мне очень понравилось, что болельщики в Москве болели не за какую-то команду, по крайней мере, те, кто сидел с нами, а за красивую игру. За красивый волейбол. 10-й сетбол у Казани в четвертом сете. Дмитрий Волков по-прежнему на подаче. Принимает подлесных, выбитый. Что же придумает Сёмышев? Ошибся. Нас ждет тайбрейк. Когда они играют, ты понимаешь, что ты вообще не можешь наслаждаться собственной их игрой. Ты начинаешь думать обо всем. То есть ты так, а что еще можно сделать? А может быть постоять? А может быть посидеть? А может вообще выключить? То есть ты посылаешь вообще все, что в тебе есть, прям вот так через экран. Это говорю, это смешно, это странно, но ты вот в эту секунду, ты веришь, что это может каким-то образом помочь. Колоссальный труд. Достичь можно только большим трудом. Никогда не надо сдаваться. До последнего мяча, до последней минуты надо бороться.
жди, камни против них.